кожи для жены какой-то подарок. Залез я в интернет, залез на всем известный сайт AliExpress, и там очень интересные ремешки. И вот один из таких ремешков я решил повторить. Картиночку сейчас я вам покажу. Вот она была. Вот теперь, что мне для моей всей этой затеи понадобится. У меня есть вот такой вот шнурочек. Вот смотрите. Вот такенный. Вот с такенным вот карабинчиком или нет, это застежкой. Вот. Шнурочек старый с какой-то портупеей. Из него сейчас я и сделаю. Подождите, не только сниму из него, да. Но еще мне нужна будет вощеная нить. В наши магазины я зашел и купил вощеную нить. Но она оказалась нифига не вощеной, а говеной. Сейчас я найду конец и покажу вам. Вот, смотрите. Вот эта вот нить, она говеная. То есть она просто какая-то золотистая, но она не гнется ничего. То есть она не оставляет форму за собой. Поэтому это фиговая нитка. Вот ее-то я и использую для браслета. Она для браслета очень даже хорошо подойдет, потому что она толстая, она кругленькая такая. Все, ребятки, давайте теперь перенесемся на стол. Вот туда, вот, вот туда, вот. Вот так вот. И здесь все и начнем делать. Говорить я больше не буду. Я вставлю какой-нибудь музончик, так что слушайте и смотрите.
Значит, данный у нас браслетик получился вот такого плана. Сразу скажу, я его буду переделывать, потому что он мне не совсем понравился и не совсем он функционален. Значит, что в нем, какие косяки? По крайней мере, ну как в изделии, он нормально, то есть как само изделие, он нормально держится. Единственное, косяки будут вот с этой вот толщиной кожи. Надо ее делать тоньше. То есть вот эту вот полоску одну, брать ее еще разрезать на два. Вот, в принципе, использовать нитку в одну, ну, как одна нитка, чтобы была вот такая вот тоненькая. То есть тоненький браслетик, тоненькая нитка будет. Потому что так он громоздко смотрится. И еще какие косяки. Вот это вот, ну вот давайте вот на вот этой вот штуке покажу. Вот они две вместе, как бы полоски кожи. Если мы вот так вот ее сжимаем, она сожмется по-любому. То есть оно уже как бы, ну, сложно выравнивается. Вот. Поэтому вердикт такой. Переделывать. Ну, в принципе, вот я повторил. Ой, браслетик как на Алиэкспрессе. Вот, смотрите. Значит, края все заглажены. Что я тут вообще сделал-то? Края загладил, да и просто привязал вот эту вот нитку. Эта нитка еще служит для того, чтобы, ну, данный браслет не затягивался. То есть, вот видите, вот я его сейчас вот растягиваю, а все равно узел как был, так и остался. Это за счет вот этой вот внутренней нитки. Вот она. Вот, а так сделать его можно очень быстро. В принципе, можно, если не затирая края и ничего, его сделать за 15 минут. Вот. Ну, а так вот, такой вот браслетик пока на данный момент получился, но буду, опять же скажу, переделывать. Носить его можно, на моей руке он еще более-менее будет смотреться, то есть, ну, как бы не так массивно, а на женской руке он слишком массивно смотрится. Все, ребятки, всем спасибо, всем счастливо, подписывайтесь на канал, ставьте нравится, не нравится, ну и в том же духе. Пока-пока.